делать? Вот давайте насчет этого и... А делать, прежде всего, любой, история уже показала человечество. Прежде чем что-то делать, надо собрать инструменты какие-то, собрать тех, кто будет тебе помогать. Вот меня очень смущает, что мы выбрасываем тот исторический опыт, и нам помогают, и подсказывают тот исторический опыт, который у нас есть. Ведь именно советская цивилизация аккумулировала, и в этом феномен ее, и результат, и успех, она аккумулировала весь исторический опыт человечества до этого. И в том числе научный. Я предлагаю каждому нарисовать мечту, что мы хотим достичь. Вот давайте действительно. Причем, что мы хотим достичь, и какими методами это достигается. Так, чтобы это побыстрее было. Хочется вот давайте побыстрее. С вас и начнем. Хорошо. Я буквально так, чтобы было понятно, мысль пробегусь. Человечество, мы все это знаем, но я очень-очень кратко напомню. Рабовладельчество. Неэффективная работа перешло к феодализму. Феодализм. Появились новые средства производства. Где-то эволюционным, где-то революционным путем наступил капитализм. Сейчас господствует капитализм, но если мы обратим внимание на развитие человечества, то следующий строй достаточно, скажем так, четко фиксируется только тогда, когда достаточно большое количество людей, скажем так, население планеты в этом строе живет. То есть сейчас капитализм, наступил капитализм, было временное явление, очень классный эксперимент, это Советский Союз, социализм. Но я считаю, что производительные силы, средства производства еще были не готовы для того, чтобы было социализм. То есть получается, что рабочий, например, на Западе долбит там кайлом, и рабочий в Советском Союзе долбит кайлом. Но это неэффективно, потому что революционным путем. Потому что эволюционным путем должны были появиться средства производства для того, чтобы Советский Союз существовал и не надо было долбить кайлом, грубо говоря. Машины строить. Да, да. Значит, следующий момент. Немножко социализма сейчас есть в Западной Европе, но поскольку это локально и за счет ресурсов других стран, они смогли сделать что-то вроде социализма, но они стали более цивилизованы, но люди, которые с феодального общества туда приезжают, они его, грубо говоря, гасят. Арабы там наезжают и так дальше. Не запрещено по религии, капитализм. То есть они его гасят. На самом деле, если, например, в арабских странах, там, где сейчас феодализм, тоже был социализм, то Европе социализм продолжал бы существовать нормально. Следующий этап развития человечества – это коммунизм. То есть должны появиться еще более развитые средства производства. Но на самом деле средств производства даже для социализма еще недостаточно. Теоретически они уже существуют, но их еще мало, скажем так. Поэтому вот если вот в таком ключе посмотреть, как развивается цивилизация, то можно сделать вывод, что для того, чтобы человечество развивалось нормально, для того, чтобы не было, для того, чтобы капитализм не уничтожил из-за своей агонии, скажем так, или любой другой строй, который сейчас существует, не уничтожить человечество, то надо прежде всего развивать средства производства, которые дадут возможность экономическую базу существовать в следующем строе. Вот такими средствами производства, к сожалению, советский народ не успел достаточно много этих средств производства сделать. Это система автоматики, это роботы. Уважаемый всеми известный Глушков предложил, как это все будет развиваться. Он предложил и в экономике АГАС для того, чтобы сделать экономику более устойчивой, потому что на самом деле плановая экономика, она по сути то более грамотная, чем более устойчиво для развития человека, особенно в условиях ограниченности ресурсов, которые сейчас есть в цивилизации. Потому что мы не можем разбазаривать, вот как сделали холодильник, его делают так, чтобы он поломался, или машина, чтобы сделать новый. Потому что это капиталист, который просто убивает человечество. Просто убивает за счет того, что у него есть ресурсы, а эти ресурсы просто разбазариваются. Значит, я считаю, что для того, чтобы, скажем так, и вопросы религии порешались, и многие вопросы, необходимо развивать направление новые средства производства. Это автоматика, это роботы, но не так роботы, что мы вот в капиталистическом обществе роботы внедрили. Скажу честно, я работаю в области автоматики, робототехники.
в результате моей деятельности куча людей, ну, уже, наверное, сотни, ну, потеряли работу. Ну, мне за это деньги платят, я вынужден это делать. Я делаю плохо или хорошо? С одной стороны, плохо. Но плохо в условиях капитализма. С другой стороны, я считаю, что я делаю хорошо, потому что это средства производства при нормальном, скажем так, разумном подходе высвобождают людей для более творческого труда. Вот. То есть, если будет более творческий труд у людей, это то, чего человек достоин. Более творческим трудом за ним. Потому что человечество и сделало творчество на самом деле. Если будет более творческий труд, то вопросы религии отпадут автоматически. То есть, мое предложение. Развитие средств производства. Развитие средств производства. По пути автоматизации и... Ну, соответственно, для этого надо наука и так дальше, и так дальше. То есть это целый пласт вопросов. И еще одно маленькое замечание. В обществе видится, что есть какие-то силы, которые противятся тому, чтобы развивались, ну, некоторые направления науки, некоторые направления, ну, и, собственно, вот эти вот моменты. То есть... Возможно, капитализм уже прочувствовал, что вот это будет вот магичек капитализма эволюционным путем, даже не революционным, новые средства производства. С одной стороны, им вроде как выгодно, да, потому что вот можно, например, поставить робота и народ убрать. Но с другой стороны, этих людей надо чем-то занять, потому что вот из-за этого у нас так много, из-за этого на Западе из 10 выпускников только один это инженер, а 9 это заняты какие-то там юристы там и так дальше, и так дальше. Ну, то есть, они вроде как и нужны, но ихняя потребность искусственно создается, чтобы занять людей. Из-за этого, кстати, возникает очень серьезная проблема, очень опасная, что вроде те, которые владеют сейчас вот, ну, крупным капиталом, может оказаться, что вроде как такое количество людей вроде как и не надо. Потому что раньше, когда только начинался капитализм, это рабочий класс, он должен им, ну, материальное благо производить. Сейчас вроде как и рабочий класс в многом числе не нужен. Пожалуйста, Сергей Юрьевич. Да. Значит, к сожалению, Дулман ушел и не выслушал мою сторону, говорил, положительные черты христианства и остальное. Поэтому хотел бы продолжить этот разговор немножко и продолжить, какие будущее, какое я вижу. Я слушал внимательно, социалисты и коммунисты выступали. Я думаю, это тоже не очень перспективный путь. Во-первых, что касается религиозной стороны, мы видим на исторических примерах, что приходя к власти, приходилось коммунистам уничтожать в первую очередь попов. И это мы видели и в Китае культурной революции, и в Камбодже миллион или два людей мотыгами забили, и в Советском Союзе. И то же самое придется сделать, если сейчас сказать с помощью, ну, диктатуры или как, придут к власти, что они будут делать с попами, которые в селах. Их придется только куда-то в тюрьму, потому что они будут сопротивляться. Они больше ничего не умеют делать, только проповедовать. Можно? Нет. Второе. Что касается положительных черт. Я думаю, перспектива все-таки в том, чтобы дать именно демократию, свободу. Не надо выдумывать велосипедов. Мы думаем, что вот что-то запретить. Социализм, коммунизм — это запрещение частной собственности. Не надо. Кто вам не позволяет создать колхоз? Кто вам не позволяет направить в село, в каждый район человека, который будет заниматься агитацией? Никто не хочет. Никто не хочет за 200 гривен пойти и отпеть человека. И человек не просто хочет быть выкинутым на свалку в соответствии с атеизмом, потому что он биологический вид. Он хочет красиво, чтобы сделать свадьбу, креститься и отпеть. За 200 гривен приезжает поп, который работает там же в селе, который не очень богатый, и это делает. Сейчас этим никто не занимается. Вы хотите найти несколько миллиардов долларов, чтобы создать эту систему? Невозможно в Украине. Сейчас этим занимается церковь. Второй исторический аспект. Опять же, Евграф Калентьевич сказал, что типа он только больше знает христианство и может сказать отрицательные черты. Конечно, этим и занимался атеизм, только отрицательные черты можно найти во всем, в религии, в христианстве, в буддизме. Но положительные, еще раз продолжу исторический аспект. Христианство показало удивительную приспособляемость, динамичность и изменчивость.
что касается космонавтики. Сначала они признавали, что есть Земля круглая, потом признали космос, признали. Показываю историческом аспекте. Начиналось как иудейская секта. Сегодня Благовещение, никто не знает, что сегодня Всемирный день организации здоровья. Никто не Благовещение знает, потому что Архангел Гавриил прилетел к Деве Марии. И так ей конкретно сказал, что аж через 9 месяцев родился непорочным зачатием Иисус Христос. Она поделилась новостью своим мужем. Это звучало эротично. И даже ее сестра после этого тоже звонит. Ну, похоже, когда приходит лаборант на кафедру, все старые профессора через год все забеременеют. Неважно. Я говорю про то, про ту сказку, в которую люди хотят верить. Нас всех с детства рассказывали какие-то сказки. И сейчас взрослые — это те же дети, только их надо и тоже воспитывать. Они тоже хотят верить в сказки. Они не хотят этой правды часто, умирающие люди. Они хотят верить в сказки 90% людей. Им надо рассказывать, что они еще не умрут через месяц-два. Им надо рассказывать, что они это просто язвенная болезнь. Надо давать наркотики. Нельзя вот наркотики на улице, да? Им надо давать, потому что они больны. Им надо рассказывать, что у них просто язва, а не рак, потому что лучший результат лечения. Они хотят быть обманутыми 90%. Христианство, продолжим. Значит, из иудейской секты превратилось, дописали второе Евангелие, и получилось уже христианство. Второе, приходит христианство на нашу землю, взяло все, что можно было взять положительно. У нас были крашенки, яйца, этого не было в христианстве, что мы заходим в церкви. Иконы нету в каноническом христианстве. Оно все взяло, переварило это и взяло себе. Церкви, вот башенки, посмотрите, на лавру красивые золотые купола в виде фаллических символов такое, и пасочки тоже. Потому что раньше это было. Я был возле каменной могилы, там фаллические символы, осталось христианство. Свечи, огнепоклонники когда-то были у нас. О будущем человечества. О будущем. Хорошо. Значит, я показал, что христианство и может видоизменяться, и побеждать, и оно остается. Я хочу, чтобы... Как бы сказать, если нету другой философской системы, пусть она остается, потому что нечего нам делать сейчас войны. Если есть, пожалуйста, вам никто не запрещает ее развивать и сделать не секту трансгуманистов, а большое течение. Пожалуйста, я только приветствую, и поэтому говорю, что в этих условиях нам нужно поддерживать демократию, свободу и развивать все, какие хотите. Учение. Хотите коммунизм, делайте себе колхоз, устраивайте там колхоз. Я за свободу и демократию. Я думаю, это будущее человечества. Я думаю, что нужно взять именно опыт Европы, наш европейский опыт, и чтобы мы сделали европейский, американский опыт, множество церков. Если у вас будет еще один мир, который можно эксплуатировать, тогда да, можете взять. Ну, я Сергей Юрьевич выступаю, на себя написал «эволюционист». Правильно? Вот он без рывков, только одно маленькое замечание от меня, что вы хотите создать колхоз. Колхозы насильно разобраны. И добровольно сейчас колхоз создать невозможно. Нет статьи в Конституции о коллективной собственности. Только один колхоз на Украине, по-моему, в Хмельницкой области существует, вопреки всему. Вот вы про демократию говорите, а нет, не получается. И это я как свою маленькую ремарку сделаю. Еще у меня есть маленькая ремарка, я хотел бы сказать, вот я сейчас вот, есть другое для меня новое. Я впервые для себя, обычно для меня была такая дилемма, вот церковь атеист, коммунисты, значит, православные, их отношения между ними. А для себя, да, совершенно недавно, я для себя открыл совершенно новый цикл взаимоотношений. Церковь, православие и бизнес на Украине. Крайне удивительные отношения. Или зарождающийся бизнес. Оказывается, этот бизнес, который зарождает, тот менеджмент на Украине, который зарождается, они очень крайне недовольны православием. Они его пинают. Как тормоз, генетический тормоз бизнеса. Вот они говорят о лютеранстве, говорят о той религии, которая там есть, таких православных. Вот это наш украинский бизнес. Вот это новая черта вот характера. Началось с конфликта, и поэтому началось и притеснение, и реформация, из-за того, что бизнес захватил какие-то лидирующие позиции, и они не хотят отдавать эти деньги, которые забирает сейчас это церковь, нет, которая сейчас церковь лишена налогов. Церковь не как конкурирующая экономическая структура.
А как раз церковь – это тот базис, который не создал им философию их бизнеса. Вот так я бы сказал. Вот сейчас вот для них православие – это еще не ада. Вот для меня это было… Нет такого преподавателя в бизнес-школах, который бы не пинал бы сейчас православие. Вот, а идут ли не коммунисты здесь виноваты, или их исторические отношения между ними? Упирается все в деньги. Я только что затронул экономические проблемы. Вы попробуйте направить в каждое село человека, который бы за небольшие деньги осуществлял вот эти обряды. Этим занимается именно священник. Попробуйте создать психологов. Сейчас нету службы психологов. У нас было в мединституте, например, 10 групп психологов, потому что взяли западную модель. Там на каждого человека есть психолог. Правильно? У каждого там идет психолог. Психоаналитик. Психоаналитика. Не надо. Да. А сейчас нету денег. У нас осталось в одной группе 7 человек психологов, и все. Нету посад, никто не занимается. Все идут к священникам. Да, возьмите, вложите деньги государство. Этим тоже деньги. Давайте правильно. Заниматься атеисты. В какую-то параллельную среду, структуру конкурирующую, как на Западе. Психологи, да, которые бы занимались этим. Никто не хочет заниматься. Да, некоторые бесплатно хранят. Что приезжают поп. Мороз, все, и начинает бесплатно. Я говорю, это все экономически. Это элемент власти, получается. Поэтому все, а есть экономический вопрос. Психолога, который тоже, чем там на 2000 сидит, где-то получает зарплату, он будет иметь... Создайте структуру. Был комсомол, молодежь была где-то пойти. Скауты, где сейчас они? Нету никого. Есть только в церковь они могут пойти. А в комсомол нужно деньги, миллиарды денег. Комсомольские взносы, правильно? Нет ничего. Первое, что нужно, это идеология. Ее нет. Все. Дальше, пожалуйста. Во-первых, звучало здесь мнение, что религия – это хорошо. Ну, я, естественно, с этим не согласна. Склонность к религиозности, в частности, к обрядам, к вере, у нас унаследована еще от животных. Животные тоже склонны к этому обрядовому мышлению. И я не знаю, что хорошего может быть для нас сейчас. То есть с этим предлагали завернуть атеизм в красивую обертку. Не получится, потому что вера эксплуатирует именно те механизмы, которые унаследованы нами от обезьян. И так как они более древние, более глубокие, противостоять им очень сложно. Но следует учитывать еще, что средний уровень интеллекта, в общем-то, не такой высокий. Большинство так, населения. Ну, да. Так что рассчитывать на такое вот критическое восприятие, которому, кстати, есть генетическая предрасположенность у некоторых, у многих, к сожалению, нет. Ну, а будущее? Ну, атеизм да. Это как для элиты, оставьте большинство людей. Ну, с другой стороны, я уже говорила и продолжаю говорить, что повышение уровня образования среднего – это прямой путь к уменьшению клерикализации общества и снижению количества верующих в целом. Потому что по статистике, чем выше у человека образование, ну, чем выше уровень образования у пласта людей, тем меньше среди них верующих. Мне так кажется, что это утопия, чтобы сделать всех умными людьми и сделать это из того, что однако... Потом я про это скажу. Угу. Ну, IQ, согласно исследованиям тем же, тесты на IQ усложнялись в течение всего 20 века. Так что, ну, вот как минимум этот аспект мы можем подтянуть. Ну... Еще звучало мнение, что советское общество было, ну, примером для подражания и так далее. Несомненно, в нем был ряд плюсов, в частности, обязательное образование, там, ликбезы и так далее. Однако был ряд недостатков, в частности, отвратительная управляющая структура. То есть постоянный дефицит очереди, недоступность многих ресурсов, плохое качество доступных ресурсов. Это все идет далеко не в пользу советского общества. Так что... По поводу, извините, клинист, да. Непостоянный дефицит и непостоянное плохое качество. Ну, однако... Лучшее качество было. До 1980 года. До сих пор вспоминает выражение советское, значит, отличное. Многие да, вещи по сегодняшний день работают. Работают. Когда у нас началась так называемая перестройка, поляки сюда рынулись за нашими бытовыми устройствами и скупали массово.
потому что они были не намного хуже, но намного дешевле. И наиболее... Это вы повторяете, дорогая девушка, обычные сегодняшние мифы, которые не соответствуют действительности. Я вам помогу, я вам помогу. Да жалко просто, что забили вам. С N-го года Советский Союз начал закупать зерно и не прекращал уже до его развала. Если это считается плюсом, то, конечно, извините это меня. Это признак высокоразвитой экономики, безусловно. В экономике Советского Союза был очень сильный перекос в технологическую сторону, однако это шло в ущерб тем базовым вещам. То есть он не мог себя обеспечить. И при такой территории, при таких ресурсах это просто недопустимо. То есть идея-то может быть и неплохая, но нужно качественное исполнение. Это мое мнение. Что заменитель? Заменитель? Да. Ну, нужна другая система управления. Я сторонник технократии, так что... А где нравственная, социально-экономическая подоплека? Технократия сама по себе, она не решает этих проблем. Нравственность возрастает параллельно уровню жизни. Ну, по этому поводу скажет Алексей. Да, да, я могу продолжить. По-видимому, Швеция самая нравственная. Алексей Александрович, пожалуйста. Хорошо, вот как раз... Правда, считали наоборот, что самое безнравственность. Так вот, по поводу нравственности как раз. Дело в том, что нравственность всегда следует технологическому развитию. Если мы посмотрим вот на историю жизни человека, нашему биологическому виду, вот в его современной форме, вот 40 тысяч, насколько я знаю... 200 тысяч биологическому виду Homo sapiens, ну, вот, но 40... культуру мы знаем гораздо более поздно. Спокойно, 35-40 тысяч. Вот. Нет, ну, это устаревшая цифра. Ну, пусть устаревшая, в общем, как будто ни будто десятки или сотни тысяч лет. В течение этого времени, значит, люди имели... полные возможности для развития нравственности. Но нравственность начала развиваться сколько-нибудь только на протяжении последних 2 столетий. После индустриальной революции и потом уже после развития технологий уже современного плана, компьютеров и так далее. Что мы получили в 20 веке? Получили отмену рабовладения, по крайней мере официального, во всех странах. Получили права женщин, общество даже там борьбу там, за права животных, там, вот эта вот декларация прав человека. То есть... вполне реальные подвижки в сторону повышения нравственности. Пусть они не всегда удачные, пусть, значит, где-то их откровенно саботируют, плюют на них, рабовладение где-то есть. Но на протяжении 20 века и начала 21-го мы видим вполне реальное увеличение нравственности. Вот то, что говорят, что мир катится в пропасть и так далее, это, знаете, из-за чего? Значит, это исключительно по той причине, что наша собственная нравственность выросла до таких величин, что мы начинаем видеть собственные элементы безнравственности. Вот чем это вызвано. Так вот, почему, спрашивается, нравственность растет вслед за технологическим развитием? По той причине, что технология увеличивает уровень жизни. Людям не до нравственности, когда они заботятся о том, как бы накормить своих голодных детей. Они тогда готовы пойти на все. На убийство, воровство, там, значит, как угодно. Им необходимо выжить, им не до нравственности. Можно проявлять нравственность даже в этих условиях, я не спорю. И тем не менее, материальное изобилие – это необходимые условия для массового повышения нравственности. Это мое мнение. И я могу доказать это с цифрами на руках, если необходимо. Я собираюсь про статью написать, так что мы еще, может быть, поговорим. Поэтому технологическое развитие, в первую очередь, создание материального изобилия, так настоящего изобилия, а не просто, что там у одного там что-то много, у других мало, изобилие в масштабе всего общества создаст именно высокую нравственность. Для примера, если мы возьмем изобилие в любой сфере, которая у нас есть, воздух, вода, у нас есть хоть одна война из-за воздуха? Кто-нибудь пытается захапать себе побольше воздуха? Есть. Есть киотский протокол, если вы помните, что это такое. Да, воздух, вот этим ребятам, ладно, которые киотский протокол заключали, им абсолютно до лампочки. Их волнует не воздух, а индустрия чужих государств, которые они пытаются ограничить, вводя принудительный запрет это на выбросы. Это все понятно. То есть, де-факто здесь ресурсом, из-за которого идет конкуренция, является не воздух, а как раз индустриальные ресурсы. Вот что я хотел сказать. Вы сказали, что по нравственности идет технологичный мир, это рост нравственности, самонравственности и так далее. Так я понял? Да. И рост материального изобилия снимает какие-то противоречия, там социальность и другие. В масштабах общества, замечу. Есть фундаментальное такое, вот меня с детства учили такому высказыванию, признак коммунизма – это от каждого по способностям, каждому по потребностям.
То есть материальное изобилие будет такое огромное, да. Что, значит, говорите ли вы о коммунизме или о чем-то другом? Я не знаю, как назвать точку зрения, которой я придерживаюсь. Я не отношу ее ни к какой конкретной идеологии. Это мое мировоззрение. У него есть элементы коммунизма, элементы социализма, элементы технократизма, если можно так сказать. Я не могу себя назвать коммунистом. А по способности вы разделяете, что каждый должен жить по способности? Я считаю... Если у тебя есть материальные богатства, ты их пользуешься, греби лопатой, если будешь можно. Их можно грести, но само по себе это не приносит ни радости, ни удовлетворения. На мой взгляд, труд – это просто потребность. Это не просто, значит, что все должны работать, чтобы там... Нет, это просто приносит удовольствие, приносит радость. Труд – это главная часть жизни, на мой взгляд. Я не мыслю своей жизни вообще без труда. Я не знаю, то ли меня так воспитали, то ли у меня само это выработалось. Но труд, да, труд это фундаментальная часть жизни человека, без него жизнь, ну как бы это... Вы согласны, что тем... Я с вами тут соглашусь, да? Что, в принципе, получается такая вот... То, что вы говорите про труд, я согласен с вами, как бы так? Но огромная масса людей живет не по труду. Материальных благ, которые она не создавала. То есть, чем, тут уже ваше противоречие, на мой взгляд. Это не противоречие. Эти люди выросли в условиях нехватки ресурсов. Нехватка ресурсов заставляет использовать другие механизмы для их присвоения, и что становится стереотипом. Опять же, тут звучала мысль, там, ну, ругали капитализм многие. Ну, должна сказать, что капитализма как такового на Западе давно уже не существует. Сейчас это называется постиндустриальным обществом. То есть главным объектом производства являются услуги, насколько я это понимаю. Опять же, говорили про две стороны капитализма, что на Западе живут хорошо, а все остальные там работают. Во-первых, благодаря этому, благодаря, ну, может, навязываемому извне технологическому прогрессу, эти страны такие развиваются, причем в лучшую сторону. Потом, в этом есть плюсы. Например, рабочим платят зарплату. Они могут жить лучше, чем если бы этих заводов на их территории не было. Это с одной стороны. Ну и потом, сейчас идут активные подвижки в сторону роботизации. Уже разработаны модели, которые делают более выгодным производство на автоматизированных заводах, нежели использование человеческого труда, ну, в других менее развитых странах. Что они будут делать после этого, я не знаю, но должна сказать, что, ну, именно эта вещь. Ну, а как я вижу будущее, ну, действительно... Ну, какие-то, что вы сказали по поводу вот, общества, которое вы сказали, услуг там, и так далее. Это называется общество потребления. Дальше... Я предпочитаю называть это обществом изобилия. Ну, как я это вижу, лавинообразное развитие технологий приведет к тому, ну, вроде действительно, что человек станет не нужен в этом же созданном мире. Выход в этом случае есть только один. Ну, слиться с техносферой и, ну, стать ее частью. То есть совершенствовать себя для того, чтобы соответствовать своей среде обитания и не стать там лишним. Ну, это уже к вопросу трансгуманизма. Есть... Даша, а вас лично это не пугает, такая перспектива сливаться с... Вот лично у вас будут дети, и вот вы будете... О детях я пока вес не думаю, если честно. Ну, будут же когда-нибудь. Вы денетесь. Да как это может пугать? Глушкова не пугала, когда он говорил, что... Лизарь, а ну давайте вот. Мне было интересно послушать ребят, может, молодая, так сказать, пора, ребята думающие. Ну вот, но просто они дети... современности, вот современного информационного общества, когда постоянно мозги компостируют. И причем не просто компостируют, а компостируют окрошкой. То есть отсутствует цельное восприятие мира. Меня в этом вряд ли можно упрекнуть, ну ладно. Ну, сейчас по конкретных вещах сейчас поговорим. Но, к сожалению, это так. Потому что цельных идеологий сегодня существует только две. Если не считать религиозную, то об этом сейчас скажу, но сначала поговорим о, так сказать, светских идеологиях. Значит, их существует только две. Либо либерализм, либо марксизм. Ничего третьего нет. Все сводится к этому. Все остальное – окрошка.
из этих частей. Да. Ну, неважно, потом расскажете нам, какая есть другая. Нет, отсутствует цельное мировоззрение, кроме этих двух. Вы просто не видите. Надо либо... Да, конечно. Я 50 лет вы занимаюсь сказали, этим по делом. По труду. По труду самое главное. А труд так, разделяет спокойно, на два... Спокойно, спокойно. Давайте я все-таки... Не-не, ну то, что ребята все-таки думают, наверное, раньше, если будут думать дальше, раньше или позже они вот от этой крошки избавятся, и все-таки найдут какой-то подход к тому, с чем надо заниматься. А сейчас по конкретным вопросам. Значит, начнем сначала с нравственности. Значит, нравственность никакого отношения к уровню жизни не имеет. Абсолютно ноль. Почему? Объясню. Значит, самый низкий уровень жизни был, естественно, в первобытном обществе. Уж там не хватало всего. Там с трудом вообще выживали. Там вообще средний уровень, средний возраст жизни был 19 лет, всего лишь в первобытном обществе. Вот так вот там жизнь весела бы. А люди были такие же, как мы. Такие же, ничем не отличающиеся биологически. Ой, дорогой мой, существует просто наука, которой вы не знаете, никогда не занимались, и которые с этим занимались, даже перечислить, а какие науки. А это знаете, кто не занимался? Давайте не уходить в сторону. Да, давайте посмотрим. Потому что это слишком много. Вам по возрасту просто вы бы не успели. Вот. Так вот, самая высокая нравственность была именно в первобытном обществе. Первобыт... Да-да. Они же были людоедами. Же какая там высокая нравственность? Вот я же говорю, забито головы, извините, но полностью мусором забито. Это вы что, миллион лет, это вы миллион лет до нашей эры смотрели, да, фильм? Где там блондины с брюнетами там это задружили. Это человеческих костей со следами человеческих зубов. Это такого не находили? Спокойно, спокойно. Не людоеды. Были действительно случаи каннибализма. Это совершенно другое. Это ритуальные эти самые... Наверное, вот в этом первобытном обществе, где, извините, жрать было нечего. И тем не менее, вот скажем, когда была еда, повторяю еще раз, откуда я это все знаю. Да были исследования, существует масса тонких инструментов, масса тонких способов исследований, подобных вещей. Вы что думаете, если это было, скажем, 15 тысяч лет тому назад, то люди не знают, что при этом было? Существуют целые науки. Это все абсолютно доказано. Времена. Человек, во-первых, в этом обществе, в этом племени, роде точнее, никогда не было главы, не было вождя, не было, это сам, там, ну, кто там, не важно. Потому что первый информационный барьер Глушкова еще не был достигнут, того и не было. Так вот, и слава Богу, уже не был достигнут, поэтому давай они, поэтому они, зачем? Зачем? Всему, все, всему свое время. Всему свое время. Просто это было целостное общество. И вот это небольшое это количество не было, как таковым. Человек отличается от животного только одним. Тем, что он член общества. Только. То есть имеется в виду, если каждое животное само по себе организм, то человек не есть отдельный организм. Вернее, если точно сказать, не есть только отдельный организм. Он часть большего организма, а именно общественного организма. И этим он отличается от этого самого. И, но самое главное, что разум, мышление – это не свойство человека. Отдельного мозга. Это свойство общества. И только благодаря связи за счет внешних факторов и мышления развилось тогда. Но это все сложные вопросы, о которых сейчас не будем говорить. Я говорю сейчас только о нравственности. Даже что касается нравственности, еще раз повторяю. Из этой общей массы очень скудного продукта каждый сам брал столько, сколько считал нужным, Он никогда не забывал, что есть остальные, которым тоже надо что-то взять. Никто ему не выделял, ни отдельный человек, ни все общество в целом. Он сам это определял. Это была высшая форма нравственности с нашей сегодняшней точки зрения. В те времена про нравственность вообще речи не было. Потому что нравственность появляется только тогда, когда человек отделяет себя от общества. Когда он начинает осознавать себя как индивидуума, не просто как индивидуума умного, знающего, самостоятельно действующего и так дальше, а когда просто противоставляет себя обществу, тогда появляется понятие нравственности, тогда эти нравственные узы заставляют человека хоть немножечко учитывать еще и чужие интересы. Только и всего. Говорит, поэтому никакой связи, повторяю еще раз, нравственность не имеет. Нравственность – это просто-напросто отражение сегодняшних представлений, сегодняшних условий и больше ничего. Это одна из основных истин марксизма. Как вы же, конечно, марксизм не изучали, это понятно. Для вас это что-то старое никому не нужно. Да, изучали вообще-то.
Да? Знаю я, как изучали марксизм. Я уже сегодня об этом говорили. Цитатный метод изучения. Надо знать Маркса. Ну, неважно. Вы его, конечно, знать не будете, потому что не только Маркса знать. Это общинная семейная модель, а когда распределяется продукты на все общество. О, а вот когда распределение, значит, вот первое. То есть, другими словами, о какой нравственности можно говорить сегодня в капиталистическом мире, где самая большая, это самый высокий уровень материального достатка, когда вот было сказано 20 тысяч детей каждый день. Каждый день в мире умирает от голода. 20 тысяч детей. Это абсолютно четко. Это никакие сомнения. Тем не менее, к примеру, Билл Гейтс большую часть своего имущества и денег завещал именно на благотворительность. Ну и что? Но... Он умрет, так ему уже будет все равно. А сегодня он пока еще живет. Кроме того, знает, есть, вот так он же завещал, а не отдал. А были те, которые... Это во-первых. А во-вторых, вы знаете, много у нас чего печального в связи с капитализмом, много аморальных вещей. Вы знаете, что я считаю самым аморальным? Это благотворительность. Почему? Что такое благотворительность? Это значит, вас ограбили, или обманули, или воровали, или так дальше. А потом берут часть награбленного и хотят купить вашу душу. Более аморального представить себе ничего нельзя. Это самое страшное. Да я бы мог. Да, конечно, были и печи Освенцима, безусловно. Вот, но вы же тоже понимаете. Пример нравственности 20 века, тоже о котором пример, говорили. Да, причем в самой развитой экономической стране. Самой развитой. Ладно, это что касается этого. Теперь давайте все-таки поговорим немножко о религии, раз мы уже об этом тоже говорили. Да?